Рожков Варвар, 5 А-класс, лицей номер 1. Чудо, Сергей Михалков. Папа, мама, брат и я – это наша вся семья. Брату только 20 лет, а посмотришь, дед как дед. Папа бритый, молодой, а братишка с бородой. Не простая бороденка, а такая борода, что железная гребенка даже гнется иногда. Папа волосы стрижет, а братишка бережет. На лице среди волос виден только острый нос. Папа просит, мама просит, Федя, милый, постыдись. Кто такие космы носит? Ты побрейся, постригись. Брат сопит, не отвечает. И по правде говоря, на глазах он озвучает, превращаясь в дикаря. Только вдруг случилось чудо. Появилась в доме Люда. Смотрим, Федя изменился, что-то с ним произошло. Он постригся и побрился волосатиком назло. Чистит ногти, моет руки, каждый вечер гладит брюки. Джинсы снял, надел костюм, вообще взялся за ум. «Эй, старик!» – спросил я брата. «В этом Люда виновата?» Усмехнулся брат в ответ и сказал ни да, ни нет. Но теперь лишь нам нетрудно разгадать его секрет.